Здравствуйте, дорогие друзья! Телеканал «Культура» рад приветствовать телезрителей и публику концертного зала имени Чайковского в финале 11-го международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». На сцене большой симфонический оркестр имени Чайковского, дирижировать которым сегодня будет народный артист СССР маэстро Саулюс Сандецкис. Разрешите вам представить также очаровательную ведущую сегодняшнего вечера, молодая актриса Лиза Арзамасова. И Святослав Белза. В этом году на участие в отборочном туре нашего конкурса подали заявки юные музыканты из 19 стран. 48 из них вступили в борьбу в первом туре. А сегодня финал. В этот вечер в сопровождении действительно потрясающего оркестра вступят в соревнования лучшие, по мнению высокого жюри, лучшие юные музыканты 2010 года. Великолепная девятка. В роли еще одного члена жюри сегодня выступают зрители телеканала «Культура». В ваших руках, дорогие друзья, приз зрительских симпатий. В конце эфира мы объявим финалиста, обладателя этой почетной награды. Его имя мы узнаем уже после церемонии вручения щелкунчиков. Напоминаем, как можно проголосовать за понравившегося вам исполнителя. Нужно отправить смс на номер 6060 и указать в своем послании порядковый номер от 1 до 9. Этот номер вы будете видеть на экране во время выступления каждого из участников. То есть отправить смс-ку на номер 6060 с порядковым номером юного музыканта. Дорогие зрители, смотрите и слушайте внимательно. А всем нашим финалистам мы желаем удачи. Итак, мы начинаем прослушивание. Первая номинация – струнные инструменты. Участница номер один – Лизи Рамишвили, 13 лет, виолончель, Грузия. Лизи учится в Центральной Тбилисской музыкальной гимназии имени Полиашвили. Педагог Тамара Габарашвили. В сопровождении Большого симфонического оркестра имени Чайковского она исполнит финал концерта до-мажор для виолончели с оркестром Йозефа Гайдна. Дирижер, народный артист Советского Союза Саулюс Сандецкис. Солистка Лизи Рамишвили. Thank you.
Только что завершила свое выступление первая участница, и жюри приступило к работе. В конце нашего вечера будут объявлены окончательные итоги конкурса. В общем, как говорится, жюри все расставит на свои места. А в жюри, как легко видеть, не только замечательные исполнители-виртуозы, но и многоопытные и заинтересованные воспитатели новых поколений. И мы рады представить наше замечательное жюри. Народная артистка России, художественный руководитель Российского государственного академического камерного Вивальди оркестра Светлана Безродная. Пианист, лауреат премии Эври Фишер, профессор Филадельфийской консерватории Игнат Солженицын. Музыкант универсального дарования, полиинструменталист Аркадий Шелклопер. Лауреат международных конкурсов,
солистка Московской государственной академической филармонии, пианистка Екатерина Мечетина. Профессор Московской государственной консерватории Марк Пекарский. Лауреат международных конкурсов, солистка Московской филармонии, скрипачка Алена Баева. Лауреат международных конкурсов, кларнетист Игорь Федоров. Лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории имени Чайковского, виолончелист Борис Андрианов. Лауреат международных конкурсов, дирижер Ксения Жарко. И продюсер музыкальных программ Алексей Королев. Продолжаем прослушивание финалистов. Итак, финалист номер два, Михаил Дормидонтов, 13 лет, скрипка «Россия» Серпухов. Михаил учится в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Педагог Александр Ревич. Для исполнения в финале Михаил выбрал вторую и третью части концерта номер 4 «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди. Солист Михаил Дормидонтов.
Участник номер 3, Александр Шапчиц, 13 лет, скрипка «Россия, Москва». Александр учится в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных. Его педагог Татьяна Беркуль. Пабло Сарасате, «Цыганские напевы». Солист Александр Шапчиц.
Завершили свои выступления в финале конкурсанты в номинации «Струнные инструменты». И сейчас 10 членов жюри в этот самый момент решают, как распределяться места у струнников. И начинаем прослушивание во второй номинации «Духовые и ударные инструменты». Финалист номер 4 Матвей Шерлинг, 11 лет, саксофон. Россия, Москва. Матвей учится в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных, педагог Леонид Друтин. В финале Матвей исполнит первую часть концерта для альтсаксофона и симфонического оркестра Юрия Шерлинга. В сопровождении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением маэстро Саулюса Сандецкиса играет Матвей Шерлинг.
Продолжится выступление финалистов 11-го международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Напоминаем, что сегодня по наибольшему количеству голосов зрителей будет определен обладатель приза зрительских симпатий. Именно вы, уважаемые телезрители, сможете решить, кому будет вручена эта престижная награда. Нужно отправить смс-сообщение на номер 6060 с порядковым номером понравившегося вам юного музыканта. Итоги мы подведем в прямом эфире в конце программы, сразу после церемонии официального награждения лауреатов. Голосуйте. Сейчас будет выступать участник под номером 5. Вильхельм Патрик Скабардис, 13 лет, ударные инструменты, Латвия, Рига. Вильхельм Патрик учится в средней музыкальной школе имени Дарзиня. Его педагог Дзинтра Кнабе. Камиль Сен-Санс, интродукция и рондо капричиозо. Солист Вильхельм Патрик Скабардис, маримба.
Святослав Игоревич, я заметила, что среди наших юных музыкантов очень много спортсменов. Помимо музыки, они катаются на коньках, на лыжах, играют в футбол, в хоккей, увлекаются восточными единоборствами. И правильно делают, ведь для того, чтобы искусно владеть инструментом, а тем более участвовать в конкурсе, нужны сила и выносливость. Вот сейчас будет выступать юный трубач. Представляете, Лиза, какое нужно иметь дыхание? Если пианисты, скрипачи могут начинать заниматься на инструменте лет с 5-6, то трубачи должны ждать, пока крепнет дыхание. Это возможно лишь в определенном возрасте, лет в 9-10. То есть получается, что участники на духовых инструментах перед щелкунчиком занимаются 2-4 года, а пианисты, скрипачи и виолончелисты все 6-8? Но это нисколько не мешает им удивлять своим мастерством и зрителей, и жюри. У нас все готово для следующего выступления. Финалист под номером 6, Максим Савран, 13 лет, труба, Россия, Чебоксары. Максим учится в детской музыкальной школе номер 1 имени Максимова, педагог Александр Савран. Максим исполнит финал ми-бемоль-мажорного концерта Йоганна Гуммеля для трубы с оркестром. Дирижер маэстро Саулюс Сандецкис. Солист Максим Савран. Thank you.
В прямом эфире телеканала «Культура» проходит финал 11-го международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Только что завершились выступления финалистов в номинации «Духовые и ударные инструменты». Большое жюри решает, кому из трех юных музыкантов отдать предпочтение. Знаете, Святослав Игоревич, я с первого дня конкурса очень сильно переживаю за всех наших участников. Вы знаете, Лиза, я думаю, ваши волнения разделяют и наши многочисленные телезрители. Им тоже нужно сделать свой выбор, кого поддержать своими, как выражается ваше поколение, смс-ками. Но смс-сообщения все приходят и приходят, и борьба за приз зрительских симпатий обостряется с каждой минутой все больше и больше. Дорогие друзья, телезрители, у вас еще есть время отдать свой голос в пользу юного музыканта, того, кто вам нравится. Отправляйте смс-сообщение на номер 6060 с порядковым номером юного музыканта. А этот номер вы видите во время выступления юного музыканта на вашем экране. Поверьте, юные таланты ждут вашей поддержки. У нас все готово, мы продолжаем конкурсное прослушивание. И третья номинация – фортепиано. Участник номер 7 – Никита Коровин, 11 лет, Россия, Сургут. Никита учится в детской музыкальной школе номер 2 имени Кукуевицкого, педагог Елена Обжинова. Морис Равель – концерт для фортепиано с оркестром, номер 1 – соль мажор, первая часть. В сопровождении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением маэстро Саулиса Сандецкиса играет Никита Коровин.
Участница номер 8, Алина Жилина, 13 лет, Россия, Барнаул. Алина учится в детской музыкальной школе номер 1 имени Глазунова, педагог Елена Гессина. Прозвучит третья часть концерта для фортепиано с оркестром ре-мажор Йозефа Гайдна. Солистка Алина Жилина.
Участник номер 9, Даниил Харитонов, 11 лет, Россия, Москва. Даниил учится в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Его педагог Валерий Песецкий. Камиль Сен-Санс, концерт для фортепиано с оркестром. Третья часть. Исполняет Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением маэстро Саулиуса Сандецкиса. Солист Даниил Харитонов.
Конкурсное прослушивание третьего тура завершено. Буквально через несколько минут мы узнаем, как распределились места, кому какой достанется щелкунчик. А пока мне хотелось бы обратить внимание на ту особую, я бы сказал, трогательную атмосферу любви и дружелюбия, которая всегда царит на этом конкурсе. Святослав Игоревич, я обратил внимание на то, что все наши конкурсанты очень искренние. Во время выступления их на сцене за кулисами царила тишина. И сразу чувствовалось, как конкурсанты поддерживают друг друга. Да, я помню такой случай, когда у одного юного конкурсанта сломалась виолончель. Как так? Ну вот так упал на нее, но рядом оказалась другая маленькая участница, и она тут же протянула свой инструмент вот этому виртуозу. Да, это поступок. Что говорит? Еще была история, когда у одной скрипачки во время конкурсного выступления сломалась скрипка, но она не остановилась, доиграла конкурсную программу. Молодец, не опустила руки. Да, а в этом году пианистка Анастасия Карпенко так вдохновенно играла с такой страстью, что у нее уехала банкетка, на которой она сидела, ей пришлось заканчивать выступление стоя. Да, я помню, это было во втором туре, но она молодец. Да, вот такие у нашего конкурса участники. Да, недаром конкурс прозвали «Щелкунчик». Ну, я думаю, что кто-то из наших участников может войти в историю мировой музыки. Все может быть. Такое впечатление, что действительно у них впереди большое будущее. Знаете, я очень много общалась с нашими конкурсантами, и я поняла, что они настроены решительно. Многие из них на вопрос, кем ты хочешь стать, говорят известным музыкантом. Ну что ж, будем ждать появления их имен, пока еще новых для публики, на афишах этого знаменитого концертного зала и других не менее знаменитых залов. А пока что у нас все готово для церемонии награждения.
Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Все происходит на ваших глазах. И я прошу члена жюри Алексея Королева принести сюда на сцену заветные конверты. В них результаты голосования жюри. Итак, начинаем торжественную церемонию награждения лауреатов 11-го международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». На сцену приглашаются финалисты по специальности «Струнные инструменты». Лизи Рамишвили, Грузия, Тбилиси. Михаил Дормидонтов, Россия, Серпухов. Александр Шапчец, Россия, Москва. Для вручения призов на сцену приглашается член жюри Светлана Безродная. Народная артистка России. Художественный руководитель Российского государственного академического камерного Вивальди-оркестра. Вам слово, Светлана Борисовна. Ваши впечатления от конкурса. Ну, во-первых, я должна сказать, что та идея, которая 11 лет тому пришла в голову, или в головы, на телеканале «Культура», это была совершенно фантастическая идея, которая настолько притворилась, как вы понимаете, уже 11 лет идет с таким неослабленным интересом со стороны и конкурсантов, и со стороны, естественно, родителей, со стороны педагогов, и со стороны вас, которые приходят их слушать и за них болеть, то есть публики. Поэтому я думаю, что это настолько ценная была идея, и я думаю, что действительно это самый трогательный конкурс, который на самом деле я слушала. И поздравляю я всех. Поздравляю, во-первых, тех, кто сегодня вот вышел на эту сцену. Поздравляю родителей, поздравляю педагогов и поздравляю нас с вами, тех членов жюри, которые слушали. Потому что, послушав эти юные создания, мы тоже очень многому научились. Поэтому сейчас, я думаю, будет самое время вручить вам те премии, о которых мы даже не догадываемся, то есть мы проголосовали, но это секрет. Вот сейчас откроются те конверты, которые Итак, нам... Итак, открываем конверты. Да. Бронзовый щелкунчик Михаил Дормидонтов. Серебряный щелкунчик Александр Шапчес. Я думаю, Александру помог еще его желтый пояс в джиу-джитсу. И золотой щелкунчик Лизи Рамишвили. Поздравляем наших щелкунчиков. Спасибо, Светлана Борисовна. Вы с блеском выполнили свою миссию. Уважаемые зрители, а вы, пожалуйста, не забывайте, что в ваших руках приз зрительских симпатий. Присылайте смс на номер 6060 с порядковым номером конкурсанта, который вам понравился. А мы продолжаем церемонию награждения. На сцену приглашаются финалисты конкурса «Щелкунчик» по специальности духовые и ударные инструменты. Матвей Шерлинг, Россия, Москва. Вильхельм Патрик Скабардис, Латвия, Рига. Максим Савран, Россия, Чебоксары.
Для вручения призов по специальности духовые и ударные инструменты на сцену приглашается член жюри Аркадий Шелклопер. Вам слово, Аркадий. Придется мне взять в руки, потому что очень... Однажды Святослав Рихтер сказал: «Мне не нравится, когда музыка превращается в науку». Я бы добавил к словам знаменитого и замечательного музыканта: «Мне не нравится, когда музыка превращается в спорт». Друзья мои, творите, созидайте, музицируйте, будьте художниками, а не спортсменами. Спасибо. Вскрываем второй конверт. Бронзовый щелкунчик. Вильхельм Патрик Скабардис. Серебряный щелкунчик. Максим Савран. И золотой щелкунчик – Матвей Шерлинг. Поздравляем наших щелкунчиков! Спасибо, Аркадий. Ваше напутствие останется у них в памяти. На сцену приглашаются финалисты конкурса «Щелкунчик» по специальности фортепиано. Никита Коровин, Россия, Сургут. Алина Жилина, Россия, Барнаул. Даниил Харитонов, Россия, Москва. Для вручения призов в этой номинации прошу выйти на сцену Игната Солженицына. Лауреат премии Эври Фишер, профессор Филадельфийской консерватории. Вам слово, Игнат Александрович. Хочется поздравить всех участников конкурса, во-первых, с очень высоким уровнем сегодняшней игры и вообще на протяжении этой недели. Как-то не ожидалось, и я думаю, что за эти годы щелкунчика действительно уровень все время растет. Вас в первую очередь надо за это поблагодарить. И, во-вторых, хочется сказать, опять же, вам, конкурсанты, участники конкурса, что даже на конкурсе, и уж, конечно, на концерте, я думаю, что всем нам, и членам жюри, и оркестрантам, и в публике хочется слышать игру с воображением, игру с фантазией. Даже на конкурсе не надо играть безопасно, надо идти на риск. И вот тем из вас, достаточно многим, кто пошел на какой-то риск сегодня вечером, большое спасибо и, пожалуйста, продолжайте и так дальше. Спасибо. Открываем третий конверт. Бронзовый щелкунчик. Алина Жилина. Серебряный щелкунчик. Никита Коровин. И золотой Даниил Харитонов. Поздравляем вас. Спасибо, Игнат Александрович. Вот мы и узнали, как распределились щелкунчики. Но, дорогие друзья, это еще не все.
Впереди у нас вручение приза зрительских симпатий. Я предлагаю вспомнить всех конкурсантов, которые сегодня вдохновленно играли на этой сцене. Вот наши 9 финалистов и их номера. Внимание, дорогие друзья, осталось всего 10 секунд до завершения голосования. Итак, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, ура, СМС, голосование окончено. Всего несколько мгновений, мы узнаем, кто покорил сердца телезрителей. Нам только стоит догадываться, что испытывают сейчас наши щелкунчики, какие эмоции, чувства обуревают их. Дорогие победители, вам осталось ждать совсем чуть-чуть. Святослав Игоревич, мне объявляют, что результаты подсчитаны, и мы можем объявить победителя. И вручит этот приз, приз зрительских симпатий, народный артист Советского Союза маэстро Саулюс Сандецкис. Итак, обладателем приза зрительских симпатий становится Никита Коровин. Никита Коровин стал обладателем ноутбука. Спасибо, маэстро. Вы замечательно помогали конкурсантам.
Итак, любимец публики выбран. А теперь пришло время назвать фаворита телеканала «Культура». Специальный приз «Юный музыкант телеканала «Культура» 2010» вручает главный редактор телеканала «Культура» Сергей Шумаков. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие юные друзья. Вот и заканчивается этот потрясающий праздник музыки. И мне остается вручить этот приз, последний, но, видимо, не последний по значимости. Но прежде чем это сделать, я очень хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что этот потрясающий детский праздник, детский конкурс проходит в знаменитом зале. В зале имени Чайковского. Нашим юным музыкантам аккомпанировал потрясающий большой симфонический оркестр имени Петра Ильича Чайковского. Работа участников оценивала большое, статусное, прекрасное жюри. И прямую телевизионную трансляцию вел и ведет, тоже очень большой. И, несомненно, самый лучший телеканал страны – телеканал «Культура». Сотни тысяч зрителей в эту секунду, может быть, даже миллионы, видят вас в самых отдаленных городах, селах, в самых отдаленных уголках нашей страны. И мне вот именно в эту минуту хочется сказать огромное спасибо организаторам этого потрясающего праздника, поздравить всех участников и назвать имя нашего призера. Приз. Специальный приз телеканала «Культура». Специальный тур. Знаменитый классический или город классической музыки Вену. С посещением самого прославленного зала. Золотого, если я не ошибаюсь, зала. «Music Ferrein». Вручается Даниилу Харитонову. Ну, для такого приза должно хватить рук. Спасибо, Сергей Леонидович. Итак, 11-й международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» подошел к концу. Мы еще раз благодарим жюри конкурса, Большой симфонический оркестр имени Чайковского и, конечно же, прославленного маэстро Саулюса Сандецкиса. Мы благодарим также вас, уважаемая публика, и все телезрители канала «Культура». Выражаем благодарность тем, кто в эти дни был с нами, поддерживал участников. Спасибо! Сегодня, в этот осенний вечер, над Москвой, над всей страной, над всем миром зажглись новые звездочки. И мы желаем им успехов в будущем. А ровно через год мы снова соберемся в этом зале. Еще раз поздравляем новых щелкунчиков. В добрый путь!
Больших вам творческих побед! И до новых встреч на телеканале «Культура». Молодцы.